Из-за карантина и, соответственно, отсутствия спроса мировые цены на нефть продолжают снижаться. В начале года ее покупали за 55 долларов за баррель. С введением карантина стоимость снизилась почти в четверо. То же самое произошло и с ценами на нефтепродукты. Дачный сезон в самом разгаре. С начала эпидемии одесситы массово ринулись на свои загородные участки. На природу теперь можно попасть значительно дешевле. Эксперты говорят, что с начала карантина цены на бензин упали на 35%. Цены на дизельное топливо – на 32%. Резко упал в цене и автогаз. Еще 4 месяца назад литр газа стоил в среднем 12 гривен. Сейчас же топливо можно приобрести за 7-8 гривен. Такое резкое снижение цен эксперты объясняют несколькими факторами. Люди стали меньше ездить, меньше передвигаться. Авиация, как вы знаете, вообще в нокауте в полном. Сначала спрос на нефтепродукты упал, а соответственно и на нефть. Средняя цена литра бензина на заправках эконом-класса 22 гривны, дизеля 21. Автогаз стоит смешные 7-8 гривен. На горизонте ослабление карантинных запретов. Несмотря на это, нынешние ценники на стеллах не предел. В Украину как раз начали поступать вот партии нефтепродуктов, которые были закуплены вот на самом минимуме, да, который был в середине апреля, в конце апреля, мы увидим к концу месяца ценники меньше 20 гривен за литр на все марки нефтепродуктов. Крупные игроки рынка, то есть сети АЗС премиальных брендов, цены опустили незначительно. К примеру, литр бензина на ОКО, ВОГе и Закаре стоит в среднем 25 гривен, дизельного топлива 24. Заправиться газом можно почти за 10 гривен. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».